Искусство – это мудрость в обличии красоты. Так говорил бразильский философ Хорсе Анхель Левраго. Именно эти слова лучше всего характеризуют работы авторов товарищества передвижных художественных выставок 21 века. Это художественное объединение было создано в 2005 году с целью возродить и развить лучшие традиции русского искусства, которые в свое время заложили знаменитые передвижники второй половины 19 века – Шишкин, Мясоедов, Куинджи, Крамской, Саврасов и другие. Гости Санкт-Петербурга не раз бывали в городе над Бугом, но свою выставку презентуют впервые. Брест мы пересекали не один раз, поскольку у нас выставки были за рубежом. Вот. И каждый раз думал, ну почему не в Бресте, потому что очень удобно было бы. Но вообще-то Брест очень мы любим. И с Брестской землей я только что вот вспоминал, у нас очень много связано. Это своего рода народная дипломатия. Понимаете? Когда ты приходишь... Взгляд зацепляется за что-то родное, ты понимаешь, что люди так же чувствуют, так же думают, как и ты. Если это созвучно, если происходит резонанс, то душа наполняется радостью. На открытии выставки присутствовали не только брещане, но и гости города над Бугом. Каждый из них определенно смог найти произведение себе по душе. Ведь в выставочных работах успешно слились воедино лучшие черты традиционной художественной школы и смелые новаторские идеи. В экспозиции представлены 55 работ 28 авторов из России, Грузии и Украины. Работы очень, очень мне понравились. Передвижники тем более. Я вообще люблю передвижников. И любил, и... 19 века, и, в общем, выставка хорошая, замечательная. Интересны работы тем, что они создают ощущение пленэрных работ, сделанных с натуры. Видна школа, мастерство художников, и сама тематика, она как бы перекликается с тематикой передвижников. Возможно, современные художники таким образом ностальгируют над идеалами того светлого прошлого, которое их вдохновляет на сегодняшнее творчество. Познакомиться с работами новых передвижников можно на протяжении месяца. Выставка продлится до 22 июня. Евгения Мороз, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук ТВ.